Нос обнулил первую дорожку. Мне легче все мерить по ней. Когда общий километр пробежал, вот 10 кругов прошло. Значит, первое, 5 кругов, вот это, то есть 5 раз сделать вот эту хрень. Отдыхать класть можно, то есть вот закинула сюда. Если можешь вот так положить на плечи, как они кладут, здорово, у меня не получается, я держу на лицо. Раз. Два. 5 разиков это сделать. Давай мы с тобой попробуем сначала на трубке. Попробуй. Так, берем. Взяли, потом что мы делаем? Вот так, положи ногу на плечи, на грудь. Лучше на плечи, да. На плечи. Вот так вот, если сможешь, хорошо. Ну, у меня тоже не гнется, но у тебя гнется-то будет скорее. Садишься, а потом просто выжимаешь и выталкиваешь. Садишься, выталкиваешь, не подсаживайся. Так. Садись, садись, как удобно. Так, попу не держать, садись и все, да. Сажусь. И толкай вверх. Ну, может так. Я обычно выправляю ноги, руки дальше идут. То есть я... Поуже возьми немножко. Сажусь. Отложи немножко. Ну да, сядь так же. Сядь, сядь. Сажусь. Идеально было бы, если бы ты садилась вот так. Я понимаю. Да, вот. Но я себя задушу. Штанга должна быть над пятками желательно. Смотришь в потолок. Так, я понимаю. И вставай, то вот выкидывай ногами. Вот. Ну, предположим, так можно. Угу. В разика 2-3 сделай сама. Еще. Чем меньше плечи работают, тем лучше. Да, старайся не наклоняться вперед. Но вес у нас небольшой, 5 килограмм, я думаю, для тебя будет не проблемой. Вот, все, хватит. Этих 5 разиков. Руку убираю. Потом 10 раз на этой штучке потянуться. Ну, потянись раз 4-5 так. Значит, подтягиваемся мы. С тобой, с прыжком, с ногами. Нужно пониже сделаю. Сделать пониже. Вроде ты подтягиваешься, вот раз. Не, ну тут даже чисто. Ты лягче, как эти, бросайся, подпрыгнула, раз сделал. Ты же должен быстро делать. 2, 3, 4. А, ну так я могу. Да, да, об этом речь. Тут же важный темп. Ой, все понятно, так, хорошо. И пробежаться, да, пробежимся, значит, что я не знаю. Значит, стоишь, руками держишь. Упирайся. Я раньше начинал бегать сюда, опирался. Как тачку толкаешь? Это беговая дорожка механическая. Так, и что? Ну и толкай ногами назад. Назад? Назад, да. О, да, ну поехала. Да, да, ну толкай, 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 толкай. Подожди, да, толкай, 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 толкай. Вот здесь будет цифра 3, хватит. Беги вот здесь, цифра 3, это расстояние. Ты будешь бегать. 30 метров, что ли? Да, 30 метров. Так, стоп. Затем у тебя будет отдых. Так. 1 минута. То есть, как только кончаешь, нажимаешь на кнопочку, вот на эту красную. Так. Минута пошла. Она тебе свистнет сама. Угу. Когда пора заканчивать, и ты сделаешь второй круг. Начнешь делать то же самое. Сейчас тоже подойдешь, вот попробуешь этим, этой штучкой разик 3 сделать. Грифом. Я посмотрю, немного ли тебе вес сделали. Ну, кажется, нормально. 5 килограмм сюжет. Единственное, что наклоняешь так вперед, может быть, оказаться тяжело. Посмотрим. А. Хочешь кромсаж без отдыха? Ну, давай так. Не, в смысле без отдыха? Ну, можно еще отдохнуть. А, уже тебя. Можно? Я просто хотел попробовать. Ну, а, пробуй, да. Пробуй, так, давай, какая разница. А. Кто будет отдых? Нет, так. О. Раз, два. Понятно. Так, и сейчас начинаем. И сколько успею за минуту, да? Стоп. Не сколько успею за минуту. Ты должна будешь сделать это... сейчас ты еще раз замнешься. Ты сделай, делай, разика 3-4 сделай. Вот этой штучки. Еще разминаешься пока. Раз, вот, второй был, так, ты еще два разика сделай. Вот и моя умничка. Ну давай еще разочек. Хорошо получается. Хорошо. Вот, молодец. Положила. Ну, в разиках 6-7 вот на этой штучке попробуй. Так как мы добирались, прыгая. Раз, молодец, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. И поехали. Пробежались. Так что цифру 1 я выберу, потом мне. Вот здесь вот. Ну, 100 метров пробежишь.
Не знаю, хорошо или нет, но... Ну, дышишь нормально, да-да, то я что удивился. Да потому что здесь немножечко. Жаль поэтому. Ну, москвичи тяжело дыхание стоит, по себе знаю. А то все же вы там, это, себя в этих провинции-то. Двигайтесь побольше. Здесь? Уже 7 лет. Ну, все равно, это, дыхание становится очень рано в детстве. Отдохнуть не меньше 2 минут. Сейчас отдохнем пару минут. И начнем делать круги. Значит, круг будет такой. 5 раз это, 10 раз это и 100 метров здесь. Так. Минуту отдыха. Потом опять 5 раз, 10, 100 метров здесь. Минуту отдыха. А как вы будете опять делать по этому? А вот он дает. А я тебе поставлю таймер, сколько всего ты делал в общее время. Ну что, Полина написала. Полина спишет такое. Мне нужно успеть за какое-то время все это сделать? Что такое хваталки до резинового жгута? Резиновый жгут? Да, мне Полин прислала. Хваталки, не знаю, да. Не. Это какой-то покупатель позвонил, странный. Ну, в общем. Смотря для чего, может быть, для боя с тенью, типа. Не, ну я понимаю, хваталки. Ну, карабин делаем обычно, привязан. А, кстати говоря, может быть, это не цвет. Да, кстати, ну потом. Отдохнем, напишем. Отдыхай, нет, отдыхай, нет. Отдыхай, еще минутку. Отдыхай, чтобы остановилась. Пошла. Я думаю, ты справишься, будет это. Висать и подумать будет правильно. Надеюсь. Итак, 10 кругов. 10 кругов, да. Ну, когда вот, километр на беговой дорожке будет, вот на этом закончится. А, ты стоишь... А, всего, понятно. Всего, да, бег получится километр. За 10 кругов ты пробежишь километр. По ней легче всего, потому что, конечно, когда устаешь, уже считать круги сил нет. Ты не появишься, сигнал, дайте там сигнал, потому что у меня будет таймер запустить. Ну, секундомер. Все? Подожди, не подожди. Поехали! Так. Ага. Давай. Раз. Не спи, не спи, не спи. Тут же темп важен. Два. Ну, не спи, не спи. Три. Давай. Четыре. Умница. Пять. Их как ты выскакиваешь прямо. Давай. А здесь сколько? 10 разиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Какая машинка прямо. До склона достаточно. Естественно, желательно все это делать быстрее. На самом деле это даже немножко сложно, аж так бы ты делала вальяжно, спокойно так все, и все, а тут минута отдыхать. Ну потом, секунду, значит, придется, еще... Придется темп повыше держать, да. Не, ну потом я буду вальяжничать. Или так нельзя. Ну, по самочувствию. Загнать себя нельзя. Ну, вообще, в связи с тем, что у тебя первые тренировки, можно и вальяжничать. И так ты не очень-то много в жизни приседал, так что я думаю, даже просто нагрузку вот это. У тебя получится в курсе, ты 50 раз присел с этим, выдохнул, и 100 раз подтянулся. И пробежал километр. Спасибо.
попу держать, да, молодец. Да не спинку, два. Стараешься, но это не значит, что тормозишь. Вспомнил, поправился. Три. Если я специально подбираю, чтобы ничего не было. Четыре. Стараюсь не пинаться, а попу держать. Пять. Ну да. Подтягиваемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Побежали. Побежали, побежали. Ты же не привыкла бегать после приседания из-за этого. Да, 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 есть такое. Я как первый раз помню, какой-то, я же не помню, задание, что-то 300 раз присесть, а потом пробежать что-то метров 400, я не стану понять, что я могу только идти. Потому что если я пытаюсь хоть что-то ускорить, у меня начинает сводить ногу. Причем в самом непредсказуемом месте, под непредсказуемыми углами. Как она потом привыкается все это? С непривычки, наверное. Здесь она еще с наклоном? Ну, точно так, как тачку в гору толкаешь, да, такое. Ну, на самом деле, могу сказать, сложнее. Я когда перехожу вот на улицу, бегу, у меня где-то по времени такое же, что по участку по дорожке. Но где-то 2-3 раза побег надо, чтобы мышцы перестроить, потому что бегаешь немножко по-другому. Еще руки здесь держат, а ты бежишь там, ты особо болтается. Так, приготовилась. Потихонечку. Раз, поп стараемся держать. Два, поп стараемся держать, спину стараемся держать на попу. Назад, грудь вверх. О, хорошо, сейчас три, умница, да-да, грудь вверх тянуть. Четыре, умничка ты. Пять, хорошо. Умничка, подтягивается. Ну, может, у меня машинка маленькая, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. Хорошо, вверх. Я делаю 32 минуты с лишним. Ты, я думаю, сделаешь минут за 15. Ну, Настя, у тебя получается, давай я тебя покормим анаболиком. Ага. С усиком. Ну, давай. Станешь агрессивнее, на анаболиках агрессивнее становишься. Рычать на всех начнешь на работе. Так. Дальше. Весело. Если честно. Раз. Спиночку держим, сразу выкидываем. Да. И два. И ниже садись. Попу все время держи. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Никуда. Да тебе легко все. Ага.
что я никогда не буду такого большого живота, как у меня. Хочешь нарасти живот? Не мешайте. Тяжело. Тут, видишь, так собраны такие упражнения вместе, которые это очень тяжело собирать вместе, выполнять вместе. Ноги горят уже. Ну, вот большие толстые ляжки. Хорошие. Ляжки. Приготовились. Готовишь на плечи торгуш положить. Раз. Если вам пожить, я мог бы нормальным весом делать. Да, только что снизить себе. Ноги погибнут. Четыре, какая-то умничка. Пять. Подтягиваемся. Раз, два, больше руками, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот называется холбок. Кстати, там все-таки обычно норматив люди выполняют. Поехали. Раз, два, выше, три, четыре руками, вот и пять.
6, 7, руками помогаем, 8, 9, 10. Поехали бежать. Слушай, это хороший тест будет, да. Как курьер в магазин будем брать на работу. Ну, пускай он это проделает, посмотрим, ложится ли мальчик, не ложится. Ну, что ты тяжело дышишь, тебе же легко. Поехали. И раз. Два. Спинку держишь, ничего, молодец, держишь спинку. Три. Внизу такой. Четыре. Хорошо. Пять. Что-то совсем тяжело дается, да? Без фанатизма тогда. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Седьмой. Что-то тут странный мотив тут показано. Только за 35 секунд они все это дело делают, это вряд ли. Могу понять. За минимальное время. Так, вот еще 25 минут сделал, другой 27 минут сделал. Что на рекорд идешь? Тут все два результата, 25 минут один, другой 27 минут. Тут разные веса же еще. Так извините меня, эти люди серьезно занимаются. Я тоже могу с тобой, извините меня. Я поднимал 48 грамм, ты 5 грамм. Так извините меня, я зарабатываю на спорте, а ты это... Первый тренировка. Тут тоже такой вопрос. Умничка. Я ничего не делала, а уже умничка. Ну, кровать подошла, а мачушка какую-то помочь. Раз. Два. Молодец. Три. Держи плечи. Сейчас грудь прогнул. Плечи вперед. Четыре. Умница. Пять. Хорошо.
Я, честно говоря, спинным делал. Я делал 2, потом 3 вот эту штуку. И подтягивался по 2 повторения в последние разы там. По-моему, даже не по одному иногда. Уже нормально подтягивать. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Умничка. Где ты штангу поднимаешь над головой, тебе это как раз хорошо борется с утлостью, купляется вверх спины в одночную в эту часть. Прогиб везде приходится держать. А было такое, что вы слетали с дорожки? Один-два раза, может, было. Но это не электрическое, это тяжело слететь. Электричество катится, если по тебя уезжает. На этот сложнее. Но пена периодически берешь и встаешь вместо на беговой куда-нибудь сюда, вот на бок. И тогда редко как спотыкаешься. Нет, вот как пару раз мне штангу придали, вот веселее. И я один тут был. Раз, два, три, хорошо, четыре, умница, пять, хорошо, точно не ты не сделаешь. Ты быстрее меня бегаешь. Может, надо было сделать на резине, типа подтягивания, а не прыгать, как думаешь? Не знаю. Что-то больно легко тебе не дается. Ты видишь, ситуация такая, ты вес побольше, темп пониже становится, темп пониже, дышать легче. А у тебя веса совсем легкие, вот ты себя и загоняешь, получается. У тебя веса легкие, ты загоняешь себя. Ну, правда, и травм меньше вероятность. Ноги-то забились? Или уже они умерли? Колени не хрустят, самое главное. Ну, правильно, они загрелись хорошо. Сверху загрев идет сейчас. Раз, вперед не смотри, смотри в потолок. Ну, срез потолка и стены.
Молодец. Да, хорошо, и спину выдержишь. Все, давай, ходи. 10 подтягивает, у нас последний вот, да? Давай, осталось чуть-чуть. Рекорд идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пошли бежать. Итого 24 минуты, 1 секунда, прям 0 сотых. Надо повесить тебя туда к ним и посрамить их всех. Ты круче, чем себя не сделала. И согласно видео подтверждение есть. Ага. Осталось на фотошопе пририсовать блины к штанге. Ну, ты весишь у нас 40, сколько? 42, да? 40. Кого? Килограмм. Что? Сколько ты килограмм весишь? 44-45. Ну, 5 килограмм, ну да, конечно. Ну, ладно. Ну, в принципе, можешь прислать. Правда, кадров ты не забывай, будет очень много. Каждая секунда 25 кадров.